Эй, мои дорогие, добро пожаловать на мой канал, Маугли! Здесь это Totally Great Battle Simulator! Буквально несколько минут назад мы закончили отснимать серию с Ойгином Контрой, но, к сожалению, под самый конец игра вылетела у меня, а когда игра вылетает, то бандикам не сохраняет запись. И поэтому у меня полностью накрылась буквально получасовая запись, как мы, в общем-то, выживали. Там у нас какой-то здесь вот чувак красненький. Кто такой? Как тебя зовут? Флайскэп какой-то. Я никому не доверяю, и в последнее время я просто на всех нападаю. Вот, в общем, у меня такой вот я озлобленный. Он что-то пытается, видимо, мне сказать. У него, смотри, что с глазами, зрачки в другую сторону. Что, мы попробуем его избить? У меня есть несколько интересных тактик, которыми я хочу с вами поделиться. Одна из тактик — это то, что вы мне написали в комментариях, как можно быстро, как червяк, перемещаться здесь. Что, загасим его? Он, по-моему, пытается меня куда-то завести, а? Блин, игра очень нестабильная, она вылетает на каждом шагу. Несколько раз было такое, что практически уже собрав полный боезапас, мы собирались идти на слендеров, но не тут-то было. В этот момент нас просто подкидывало наверх, и все. Мы умирали где-то вообще, непонятно, в каком-то космосе, в какой-то стратосфере, ни земли, ничего там видно не было. И поэтому мы теряли просто, теряли все оружие. Это просто происходило на одном месте. Так, ладно. Вроде как здесь еще никто особо-то ничего и не лутал, я смотрю. Везде у нас оружие. Что я предлагаю сделать? Поскольку мы здесь находимся, я предлагаю все-таки сходить. Самая быстрая возможность разжиться хорошим оружием — это сходить к тюрьме. Да, которая находится у нас где? Тюрьма у нас находится... Да, господи, ну что ж ты лагаешь-то так? Серваки очень сильно подгружаются в последнее время, и прям действительно очень тяжело играть. Сейчас вроде как вот не тормозит, но когда ты в какую-то новую область переходишь, там прям подгрузка такая происходит, вообще дичайшая. Так, я с револьвером наперевес. Так, оружие, отлично, смотри-ка, берем. Давай, не лагай, игра. Казалось бы, она очень простая, но как уже я неоднократно говорил, она не любит слабые компы. Прямо у людей, прямо все очень лагает, все очень жестко. Кто у нас играет, смотри, пост Вова какой-то, дрон Проби, поехавший, Шайтан играет. Огурец у нас, я помню. Огурец был у нас, по-моему, в прошлой серии. Дина, или кто это? Дина какая-то играет. Или это какой-то Дина. Не знаю, если вы увидели себя здесь среди этих ников, можете порадоваться, что мы с вами на одном сервере. Но не придумывайте, не обманывайте, а то бывает такое, что просто начинают подряд все писать. Это я был поехавший, да? Хотя ты никакой не поехавший. Ты даже близко под таким ником никогда не играл. И начинается сочинительство. Пушкин отдыхает. Так, давай-ка посмотрим, что у нас здесь. Топорик. Ну, в общем-то, не густо, но и не пусто, с другой стороны. Ну что, смотрите, сейчас я вам покажу супер тактику. Вон кто-то, смотри, бегает. Кто такой? Зомбарь? По-моему, зомбарь. Игроки так обычно бегают. Зомбарь исчез, видите? Нет, не исчез, опять появился. Вот зомбарики бегут. А я бегу от них. Мы сейчас с вами обойдем эту гору. И сходим туда. К тюрьме. Вставай! Да пошел ты, короче, уже. Отвали от меня. Не хочу с тобой играть. Мы выяснили, что вот эти невидимые зомбари, которые на нас нападали, постоянно нападали, это обычные зомбари стандартного типа. Ну что ж ты так лагаешь-то? Ну я не могу с тебя вообще. Просто они в какой-то момент, случается какой-то баг, и они просто падают. Падают, исчезают, провалились сквозь текстуры, и потом их не видят. Короче, вот смотрите, это моя супер тактика, супер скорость. Так, не сработало, давай еще раз. Так, я ложусь и перехожу в режим сверхзвукового болида. Ну, с такими лагами, конечно, я очень долго буду ездить. Смотри, это просто потрясающе. Это просто офигеть какая фишка, которую мне написали в комментариях. Я попробовал ее, воспользовался и оценил. Спасибо большое, ребят, за советы. Короче, делается таким образом. Есть две кнопки. Одна из них Z, английская, которая отвечает за способность ложиться. Вторая V. Ну, V ее еще называют. V, английская, все. Она отвечает за Ragdoll. То есть, если ты нажмешь на нее, то ты можешь упасть как будто замертво. Так, смотри, вот зомбарик. И главное, меня никто догнать-то не может. Самый-то что прикол. Что фиг меня вообще кто достанет. И если ты одновременно нажимаешь на эти кнопки, как вот я сейчас нажимал, то тогда твой персонаж, он падает. Падает и какое-то время как бы лежит. Но тебе нельзя отпускать. Ты все держишь эти кнопки, держишь.
Да, отличные стоп-кадры такие, чтобы мы насладились красотой. У нас там кто-то стоит, нет? Вот, и ты лежишь, пока он у тебя не перевернется. Он как бы сначала падает, а потом раз переворачивается. Как будто в гробу перевернулся. И вот в этот момент ты просто можешь отпустить теперь эти кнопки и спокойно нажимать вперед, и он начинает ездить с бешеной скоростью. Это вообще крутая штука, она работает не всегда. То есть не всегда получается перейти в этот режим. Смотри, сколько здесь оружия. Снайперки, калаши. Да блин, я сейчас тут разживусь, вообще буду всех расстреливать. И... Но если она вдруг заработала, то все. То берегитесь все. Берегитесь слендеры, берегитесь гиганты. Никто не сможет тебя нагнуть. Это прям уже проверено. Мы ходили на болото слендеров, и я прям там летал с помощью вот этого режима червяка сверхзвукового. Я там летал среди этих слендеров. Они вообще ничего мне сделать не могли. Они просто там хлопали своими глазенками светящимися, топали ножками своими худощавыми. И ничего не могли сделать. Я буквально подбегал к этому алтарю с проклятым калашом. Ну, там пытался как-то его схватить на лету. Не очень-то получается именно схватить, потому что он находится на возвышении. Но! Вот если ты просто вот так вот гасишься, если ты просто так вот убегаешь от кого-то, то это вообще супер незаменимая тактика. Единственный момент, что если ты нажмешь прыгать, то тогда сразу твоя суперскорость, она отменяется, ты встаешь как бы на ноги, и все у тебя продолжается как раньше. Мне не нравятся вот эти подлагивания, потому что кто-то там уже, смотри-ка, кто-то уже начал там мычать. Чё ты мычишь-то? Если сейчас зомбарь нападет и у меня так будет лагать, это все. Бу-бу-бу, кто там мычит, слушай. Возможно, у нас заспавнились здесь козлоботы. Бараны. Зомби-баран. Вон они стоят. Так, где моя снайперка, блин? Дай мне снайперку, сейчас их постреляю. Снайпера у меня должно быть достаточно. Так, главное не вылететь теперь в окно. Тихо. Ну что такое? Успокойся. Сейчас мы по ним постреляем. Вон они там в тумане стоят. Слушай, ну я такими темпами вообще не попаду. Причем по-разному бывает. Как он держит, он засп... Воу! Я вылетел в окно. Тихо. Уходим. Если бараны сейчас на меня нападут, это все. Так, вот так взяли, все нормально. Где они у нас? У нас они были где-то вот здесь, с этой стороны. Че, они стоят там? Или они сюда идут? Эй, бараны! По-моему, они стоят. Ладно, давай. Трясущимися руками. Сейчас баранчик. Бам! Нет, не убил. Держи, козел. Держи еще! Есть! Готов. Где там еще второй был? Второй! Ты где? Такое ощущение, что где-то... Вон, смотри, идет. Воу! Тихо! Кто так орет? Быстро! Оружие! Стреляй по нему! Черт, ладно. Это мне на руку. Убегаем. Просто бежим. Если мы просто будем бежать вперед, то они нас не догонят. Перезаряжай. Куда я бегу? Я не могу сейчас воспользоваться своим супербегом, потому что на это требуется время. Если я сейчас заторможу, то, конечно, они меня сразу догонят. Беги. Так, уходим от них. Черт, паника начинается. Он не очень четко берет оружие. Блин, вот нашел время, когда обернуться. Че, они бегут за мной? Мне нафиг, сваливаем. Попробуем сейчас вот сюда убежать. Ой, жесть, да вставай, дурак! Быстро беги. Что ж такое-то с тобой не так? Так, бежит, не бежит за мной. Кабанидзе. Ну, нехило, конечно, меня покоцал он. По-моему, отстал. Черт, а. Так, что у нас там по патронам? Блин, ну так лагает, я вообще не могу. 72 пойдет, 190 здесь, на калаше. На калаше немного. Смотри, кто-то бегает на крыше. Кто-то бегает на крыше, смотри-ка, а. Сюрприз! Че, не понравилось тебе? Он выбежал красненький. На тебе! По-моему, у него проклятый дробаш. Да я как тебе прицелюсь-то с такими лагами? Ты че, придурок, там делаешь, а? Ты че там творишь? Идиота кусок! На тебе! Оу! Фига, он меня убил. У него точно проклятый калаш был. Ой, дробаш. Огненные вот эти вот сгустки. Так, где я оказался?
Черт, на куличках, блин. Мне бы добраться до того места. Надо только понять, где я нахожусь. Это невозможно вообще. Это просто невозможно. То есть даже самая крутая игра, если она вот так вот лагает, в нее, ну куда это вообще годится? Это не годится ровным счетом никуда. Так, у нас здесь... А вот, кстати, этот ротаун. Сейчас, тихо, сейчас я до него доберусь. Вот, это я вам показал, как можно круто вот так вот ползать с большой скоростью. Еще одну фишку хочу вам показать. Это такая тактика, обманная тактика, как можно убивать других игроков, при этом используя хитрость. Так, смотрим, где-то я вот умер здесь. Засранец, он же забрал все мое оружие. Ладно, ничего, я до него доберусь. Так, смотрим. Может быть, что-то бросил, может быть, он не жадный. Так. Я был где-то здесь. И, по-моему, он где-то рядом бегает. Судя потому, что кто-то сейчас переключает оружие себе тут. Вон, 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 смотри. Бежит, бежит. Воу! Неплохо. Неплохо. Вот мое оружие. Так, ну что, он там наверху орёт что-то типа такое. Давай, не бей меня, говорит. Сейчас до тебя доберусь, засранец. Так, эта снайперка мне не пойдет. Давай другую, может там больше патронов. Блин, здесь 5. Ладно, черт с ним. Окей, так, давай-ка МПшечку сюда поставим. МПшечку вот сюда поставим. Эту еще вот сюда поставим. Револьверчик вместо топора. И снайперку вот сюда на первый слот. Нет, не эту, другую. Сейчас я до него доберусь. Я ему пойду мстить, а что делать-то? Так вот, эта хитрость заключается в том, что когда вы перестреливаетесь с другим игроком, вам нужно притвориться мертвым. И когда... Ну, то есть вам нужно включить режим рэгдола. Такой здесь есть. И когда вы это сделаете, вам нужно лежать и не дергаться. Бам! 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 Так, ладно. Надо что-нибудь более скорострельное. Так, калаш не пойдет. МП5. Где-то он ходит. Так, давай-ка обойдем его здесь. Вообще ничего не видно. Стреляет, стреляет, стреляет. С такими лагами! Ну что, ну как это вообще возможно? Смотри, бежит. Привет! Так, он с МП5, кстати. А я оказался здесь. Так, быстро, я сейчас буду мстить. Можно было, кстати, попробовать вот эту тактику крутую. Но тогда нужно сделать так, чтобы... Вот он я, смотри, сверхзвуковой режим. Тогда нужно сделать так, чтобы... Твой враг, у него не было какого-то суперсмертоносного оружия. То есть, чтобы он, допустим, в тебя стрелял, но не убивал. Прекрасно. Такие лаги, значит, мы с вами можем много общаться. Почему же нет? Вон у нас там какие-то зомбари. Я заметил, кстати, что в таком ползучем режиме ты не сильно-то уязвим к падениям. То есть, ты можешь падать с какой-то даже приличной высоты, но при этом у тебя ничего не отнимается. Падают, когда у нас с высоты они не зашибаются. Вот здесь то же самое происходит. С такой вот скоростью я реально могу по карте перемещаться. Бывает, конечно, лаги, что куда-нибудь ты как провалишься. Вот сейчас, допустим, видишь, мы прям видим подземный мир. Вот, смотри, это я буквально за считанные какие-то секунды я достигаю опять тюрьмы. Иду и мстить своему обидчику. Так вот оно и происходит. Главное здесь не потеряться. С такой скоростью, когда летишь, главное не потеряться. Так, 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 где мы? Я потерялся. Черт, я потерялся, действительно. Так, давай-ка спустим. Нет, вообще улетел куда-то. Ты не можешь особо адекватно оценивать обстановку, когда ты находишься в таком ползучем состоянии. Божечки, ну будет вообще прощение моей душе или нет? С такими лагами. Что у нас здесь? Здесь у нас обрыв. Блин, придется ползать. Так, похоже, я вижу своего обидчика. Вон он спустился с гор, смотри. И он, похоже, тоже меня видит. Ну чё, позер? Начал стрелять по мне. Смотри, все, падаем. Все, я типа упал, смотри. Я типа мертвый. Сейчас он... Да какого черта-то упади, блин! Он встает! Подожди. Такой... Мне казалось, что раньше он ложился и лежал. Он ложился и лежал какое-то время. Блин, он сейчас придет за мной. Черт. Так, убирай. Убери топор. Да убери ты топор. Так, он сейчас придет сюда. И он придет за мной. У меня оружия никакого нет. Но вариант какой, что мы попробуем сейчас просто на крышу залезть. Но с такими вот провисаниями, жесточайшими, я не знаю. Так, еще один топор. Нафиг он не сдался. Слушай, ну это что-то странно. Как-то он очень мало лежит. Когда я пробовал эту тактику,
в свободном режиме. Я ложился и лежал довольно-таки долгое время. А если я, интересно, упаду с помощью моего супер крутого способа червяка? Так, это у нас что? У нас там двустволка. Или дробан был. Может быть, кстати, это сработает. Вполне возможно. Но мне нужно как-то его найти, этого чувака. Не знаю, он, наверное, ходит сейчас, где-то ищет меня. Опа, смотри, там на крыше что-то... О, там оружие, там схрон оружия. Пошли-ка туда. Это наш шанс. Если его расстреляем... Вот смотри, он там палит уже, да? Он там уже стреляет вовсю, засранец. Давай, заходи сюда. Опа. Так, выходим. И вот и здесь кого-то, похоже, пришили. Собирай, 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 собирай патрон! Слушай, ну не хочешь брать. Упс, заходим сюда. Заходим сюда, чтобы спрятаться. Что у нас здесь? Значит, снайперка 66 патронов. Ништяк. Очень даже неплохо. Так, топор нам нафиг не нужен. Топор еще убираем, выкидываем его. Давай-ка сюда МПП вставим. Сейчас, погоди. Гад, я тебя найду. Где ты там ходишь? О, он начал писать. Ладно, аккуратненько вроде скипнули. Че, есть он где-нибудь, нет? Пошли-ка наверх. Так, тихо, не здесь. Здесь попробуем залезть. Опа. По крайней мере, мне удавалось с помощью этой тактики загасить человека. Но у меня почему-то он лежал намного дольше, чем несколько секунд. Как вот сейчас, допустим, получилось. Надо поэкспериментировать. Так, проходим, проходим. Оп-оп-оп-оп-оп. Можно вообще на самый верх забраться и там от всех отстреливать. 66 патронов снайпера, это не так уж мало. Путь сюда я уже практически изучил. Почти уже он мне известен. Вот вниз спускаться проблематично. Так, давай поползли. Поползли. Ладно, вроде не лажает здесь. И не будем слишком как-то хвалить, а то еще сглазим. Так. Смотрим, давай-ка осмотримся. Может быть, вон бегает. Нифига ты, люкан какой, а! Сейчас, погоди, я тебе сейчас всажу пулю. Куда он? О, смотри, куда-то вообще в другую сторону побежал. Так, пошли сюда, на краешек. Где он там? А, он побежал наверх. Кстати, здесь прицел очень даже неплохой, он подсвечивает прям конкретно. На тебе! Просто попугаем. На еще. На. Ладно. Мы его не убили, конечно, с такого расстояния попасть почти нереально, но все же мы его немножко попугали. Так, главное сейчас нам здесь вот перепрыгнуть. Дождаться, пока лагов не будет, и тогда мы сиганем, попробуем. Лаги уже начались, смотри, как прямо его дергает. Так, ладно, побежали. Лети, 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 лети! Да что ж такое-то, ну... Как это вообще возможно? О, господи. Самый, знаете, что прикол? В том, что предъявить-то нечего, потому что игра бесплатная. А чё ты будешь возмущаться? Игра бесплатная, тебе просто так ее как подарок скинули. И чё? Играй? Не нравится? Не играй. Ты за нее деньги не платил, никаких претензий не может быть. Поэтому остается только надеяться на совесть разработчика. Ну вот так, вот на пустом месте просто взял и упал. Давай, встань уже. Где-то вот здесь сдох. Вот это мое, да, по-моему, оружие, все. Забирай. Так, да, вот оно, это все мое. Потрошки тут у нас. Поэтому приходится мириться. Просто, как говорится, хавать. Что дают. Ну, я не знаю, что-то исправят, они не исправят. Они сказали, что мы вообще поддерживать эту игру особо не будем. Типа, вот это просто была первоапрельская шутка и все дела. Но таким образом они как бы сразу с себя сняли ответственность, что реально никаких претензий нет. У них даже нет группы в Стиме. У этой игры, в которой можно было бы что-то предъявить. Сказать, мол, эй, давайте-ка делайте нам нормальную игру. Не, они просто умывают руки и все. Тихо. Лагает. Проходим. Залезем наверх, посмотрим. Если кто-то, может быть, не знает, как забираться наверх этого города, то вот, пожалуйста, путь уже разведанный, уже отработанный, можно сказать. Ложись. Поползли, давай, как снайперок. Во Витконге. Опа, так. Давай. Вот теперь здесь важно перепрыгнуть. Вот в прошлый раз залагало, просто тупо залагало и все. Вообще здесь как бы реально можно перепрыгнуть довольно-таки легко. Так, вот все, лаг случился. Прыгай. Есть. Так, ништяк, мы здесь.
У нас синий патрон. Что у нас, кстати? У нас играет довольно-таки количество. 7 человек на сервере. Так, теперь мы идем вот сюда. Аккуратно, аккуратно, без лагов. Если лаги будут, я сразу перестаю нажимать на кнопочку. Чтобы ни в коем случае не упасть. Потому что вроде как это просто как пинг такой происходит. Так, давай заходи сюда. Опа, отлично. Ну вот почти все, почти вот мы на крыше. Вот сейчас еще один очень опасный прыжок здесь будет. Так, ложись. Очень опасный, с моими-то вот этими проседаниями. Очень опасный прыжок. Нам нужно будет сейчас сигануть прямо туда. Причем, смотрите, прикол в том, что модель игрока, она практически не стоит на месте. То есть, если ты просто не двигаешься, она все равно продолжает куда-то двигаться. Он просто съезжает куда-то. То есть, можно здесь реально, можно навернуться так. Тихо, застрял. Черт, застрял. Так, давай, падай. Смотри, там все вообще лагает. Проходи, нам нужно спуститься вниз. Нужно на эту доску прыгнуть. Давай, допрыгни уже! Все, он застрял. Опа, отлично. Так, проходи. Есть! Отлично. Ништяпуль. Так, мы едем наверх. Поднимаемся. Нам совсем чуть-чуть осталось здесь. Опа! Опа! Залезем наверх, там у нас будет засада. Из засады просто будем стрелять всех. Так, вот сюда теперь. Ага. Так, садимся. Проходим. Так, аккуратно. Оу, yeah. В игре официально подтвердили существование вот этих двух- и трехъярусных зомбарей. Ай-я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 й
спокойно. Двухъярусные и трехъярусные зомби официально подтверждены. Это целый класс зомбарей. Я встречал как двухъярусных, так трехъярусных. Так, осмотримся. Никого в округе нет. Кого подстрелить можно было? Там кто-то в поле стоит. Кто-то в поле стоит. Один в поле-то вообще не воин. Он стоит, ладно, не будем его трогать. Доберемся наверх, там как-то... О, смотри, смотри, синий. Кто-то сюда прорывается. Пробирается, негодяй. Ну ничего, я тебя опередил. А тот был красный у нас. Наш. О, есть, смотри, мушкетики у нас здесь. Мы все соберем. Все, что не съем, то надкусаю. Давай, забирай. Оно останется с нами. Умрет тоже вместе с нами. Вот, так что эти зомби, наездники, или я их называю каракатицами, они реально существуют, и они часть игрового процесса. Смотри, смотри, он бежит сюда. Он бежит сюда, подлец. Опа! Сейчас сюда, смотри, залезет, а? Ладно, я просто сяду здесь и зашухерюсь. Сзади он точно не подойдет, он только сможет отсюда подойти. Я буду здесь сидеть, ждать его. Засранца. Так, смотрим, главное не провалиться никуда. Вон он, смотри-ка, а, касатик. А ну стоять. Куда ты собрался, мой хороший? На тебе! Не попал. Слушай, а он тоже воинственно настроен, я смотрю. У него есть оружие вообще, нет? Он сюда, смотри, забирается. Давай. Но с моими лагами я, конечно, вообще вряд ли смогу его что-то с ним сделать. Спрячемся вот так вот за деревяшечку. Давай, поднимайся сюда. У-у-у. Ну, капец. Я даже прицелиться не могу. Какой он хитрый, а? Голову свою высунул. Что он там пишет? Я не вижу, что ты пишешь. Давай подойдем к нему вот так вот, прям с обрезом в руках. 315 у меня, ништяк. Не обрез это, кстати. У нас ружье. Сейчас подойдем, просто дуло ему в лицо. Я? Френдли. Тихо, френдли. Ладно, френдли так френдли. Окей. Имя. Быстро имя сказал. Топор надо. Я тебе сейчас топор в голову воткнул, понял? Слышь, я тебе вообще не доверяю. Вова я. Я Маугли. Смотри, он покакал топором. У меня аж руки трясутся, знаешь. А, не дрыгайся! Я тебя выстрелю! Окей. Ты на ютубе, мальчик.
Пусть порадуется. Смотри, он как... Он держит оси. Держит по-гангстерски свой... Скорпион. Так, ну вроде как бы он френдли. Но он, конечно же, не упустит момент, чтобы меня загасить. Потому что, смотри, он-то пришел сюда наверх, чтобы оружие взять. А оружие-то все у меня уже. Есть вариант попробовать от него убежать. Но вот здесь прыгать по вот этим штукам я вообще бы не рискнул. Так что даже не знаю, что и делать теперь. Че? А тут где я недавно разбился с полным инвентарем? Я тут где-то... Ну что, что скажем? Не видел. Вот и кто стреляет. Кто стреляет здесь? Мы можем попробовать его подкараулить, просто выстрелить его в спину. Тоже, в принципе, вариант. Но не очень честный, скажем так. Так, он пошел куда-то туда. Я, конечно, не доверяю здесь никому, но так уж совсем по-подонковски поступать я тоже не хочу. Там кто-то внизу, кстати, бегал. Че ты хочешь? Давай, вали отсюда уже. Уходи! Ладно. Он меня убьет. Я вам точно говорю, он сейчас просто дождется. Он там пишет что-то. Вот в этот момент можно было просто подойти вот так, бам, ему в бошку. Пошли, что ли, куда-нибудь. Я скажу, что я здесь останусь. Куда он там? Он спрыгнул куда-то. А вот здесь, похоже, спуск есть. Похоже, что здесь есть какой-то быстрый спуск. Сейчас посмотрим, как он пойдет. Окей, давай, шуруй. Я буду как этот, просто в засаде сидеть. Смотри, видишь, он не стоит на месте, он просто падает автоматически, назад куда-то скатывается. А! Что с ним? Тихо. С ним что-то случилось? Это, похоже, какой-то быстрый спуск. Капец, смотри, как меня колбасит. Так, ладно. Ладно, я теперь зато запомнил новый проход. Тихо. Аккуратненько, сейчас мы посмотрим. О, вот оно что. Здесь мы можем спокойненько вот так вот спускаться. Слушай, это круто. Так что я рад, что он мне это показал. Смотри-ка. Ну-ка, ладно, пойдем спустимся. Тихо, не падай, главное, никуда. Так, аккуратненько. Вот так, опа. И мы здесь. Смотри, он не стоит на месте. Встань ты с колен. У тебя столько оружия. Ты должен доминировать. Они преклонятся. Нек. Погоди, а дальше-то куда? Эй! А дальше-то куда идти? Вот он мне показал, да? Спуск. Наверное, где-то здесь должен быть еще проход. Вот доска. О, слушай, ну реально очень быстрый спуск. Очень быстрый спуск. Главное, чтобы он не превратился в быстрое падение. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Все, ништяк. Здесь уже как-то ближе к земле. Уже как-то поспокойнее будет. Так. Отсюда. Мы можем, наверное, сигануть вот сюда. Разобьемся, не разобьемся? Это я не знаю. Но мы можем зайти вот сюда, смотри-ка. Опа. Так, а здесь какая-то еще доска, нет? Здесь еще какой-то проход. Так, спокуха. Так, сюда я прыгать не буду. Теперь нам нужно как-то... О, нифига ты как ходишь! Нифига ты дерзкий парень. Ну, конечно, с такими фризами, с такими проседаниями... Тихо. Это вообще, ну, очень тяжело играть. Да вы сами прекрасно все понимаете. Ну все, сейчас разобьется. Ну разобьется, не разобился. С такой высоты упало вообще никакого урона. Так, опять у меня перекосило руки. Ну что, пойдем. Вон, смотри, кто-то красный какой-то пишет. А что с ним происходит-то? Ой, из дробана из огненного стреляет. 7 патронов. Подожди, у меня у снайпера должно быть больше патронов. Что такое? Смотри-ка, целится что-то в меня там. Давай, заходи сюда, спрячемся. Так, снайпер, где мой? Вот этот, может, снайпер мой должен быть. Здесь 5 патронов, ну вообще. Давай дробан сделаем. Вот этот дробан, все, нормально. С ним... Смотри, целится. Откуда он там? Сверху целится откуда? О, сюрприз, мадафака! Но практически нереально было, конечно, его убить. В самый последний момент, когда мне нужно было нажать на курок, у меня произошло подвисание и... Хрена тебе, с дрыгой.
Ой, ребят, я даже не знаю, как играть в это. Вообще понятия не имею, как в это дальше играть. Реально боль. Реально страдание. Может быть, есть смысл заходить на сервер, когда здесь вообще никого нет. Ну и тогда, и что тогда здесь делать? Просто ходить без зомби мочить. Потому что, может быть, тогда нагрузка не будет не очень большая и не будет лагов. Я не знаю. Но в любом случае, спасибо большое, что просмотрели эту серию. Если она вам понравилась, обязательно ставьте лайк. Пишите также интересные места, которые можно здесь посетить. Я вижу кого-то там. Похоже, это слендер или это какая-то сосиска. Но мне уж терять-то нечего, в общем-то. Пойду побью его. О, это уже наш трехъярусный человек. Трехъярусный дружок наш, каракатица. Здорово, чувак. Как поживаешь? На тебе, сейчас мы его в рукопашечную загасим. Давай, сейчас быстро тебе наваляю. По заднице. Давай, поднадавай ему. У них, смотри, у них хп довольно-таки нехилый. Смотри-ка, какая вообще конструкция. Ставьте лайк, если вам понравилось. Пишите комментарии, пишите ваши отзывы. Пишите о каких-то секретных интересных местах, в которых я еще не был. Но пишите только о тех, в которых я действительно не был. А то бывает, что смотрите просто не все серии. И потом пишите мне одно и то же. Сходи туда, возьми то, возьми сё. Я уже там был. Так что, пожалуйста, пишите ваши какие-то интересные наводки. Смотри, там кто-то стреляет, кто-то или что там. Показал, что что-то светило там. Пишите комментарии, да-да-да, пишите, куда мне еще можно сходить. С вами был Маугли, это был Totally Great Battle Zombulator. Увидимся в следующем видео. А пока что всегда оставайтесь на высоте. И покедова! Не бойся, бро, скорее жми на кнопку подписаться, чтобы без новеньких видосов не остаться. И даже если ты шерхан, запомни мой мотив, без шуток ниже пояса, без мата позитив. Я буду Маугли, а ты будь всегда на высоте. Здесь собрались только самые адекватные. Я буду Маугли, а ты подпишись.